Башкортостан получит 94 миллиона рублей из федеральной казны на частичную компенсацию выпадающих доходов регионального бюджета от применения инвестиционного налогового вычета. Всего между 32 регионами распределили более 2,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Из регионов Приволжья в число получателей также вошли Удмуртия, Пермский край, Нижегородская область. Наибольший объем дотаций в России предусмотрен для Краснодарского края – 416,5 миллиона рублей. Инвествычет – это один из механизмов поощрения активности. В регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет. Субъекты могут возместить до 200 миллионов рублей за каждую компанию, которая воспользовалась этой мерой поддержки при условии, что инвестор не связан с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страхованием. Премьер Мишустин отметил, что механизм инвестиционного вычета помогает компаниям сократить расходы на покупку и модернизацию основных средств, снизить затраты на проект и быстрее его осуществить.